Привет, подписчики моего канала, все, кто меня смотрит. Сегодня выехали на природу, я решил показать всю свою амуницию, весь свой охотничий инвентарь, с чем я охочусь, что у меня просто лежит. В общем, покажу сейчас и вкратце расскажу вам, что у меня есть. Видите, у нас в Краснодар наконец-то пришла зима. Погода просто супер. Какая должна быть зима тут, как в бане каждый год. Начнем с карабина, которого я не так давно приобрел. Карабин Браунинг Бар МК-3, калибр 308 Винчестер, полуавтомат, откидной магазин. В магазин вмещается 4 патрона и один можно дослать в патрон, то есть 5-местный магазин. Охотился я с ним пару раз. В первую охоту взял шакала, во вторую корсака. Прицел установил Pulsar DigiSight Ultra LRF. 455-й, тут встроенный дальномер, это дальномер, это осветитель, это цифровой, можно охотиться, можно днем, можно ночью. Скажу честно, ночью максимальная дистанция с него это где-то 150-170 метров, а потом уже ну, видно зверь, зверя точнее не видно, видно только глаза зверя. Так что имейте в виду, кто собирается покупать там для охоты там свыше 200 метров, то ночью этого не получится делать. Вот приобрел патрончика тут с разной навеской. И отечественного производителя, тут бельгийцы, сербы, Америка тут. Сделаю отстрел этих патронов, всех подберу навес. Я же охотился всего пару раз, поставил прицел, прибил его на 100 метров и все. Кучку собрал минут 2 сантиметра 7 миллиметров. Собрал кучку, все, больше я так не стрелял, не охотился, на стрел вообще минимально. Цена карабина 230 тысяч рублей, цена прицела 100 тысяч. Следующий итальянский карабин Франчи Горизонт, болтовой. Здесь неотъемный магазин, также 4+1. Затвор работает шикарно. Итальяшки. Есть резьба для установки ДТК. И установил уже вивер. Прицел продал. Цена данного карабина 70 тысяч рублей. Следующее, это у меня ружье ATARS Neo 12. Аппарат просто зверюга. Я его купил и ни разу не пожалел. Это я им доволен на все 100%. Тоже про него много роликов в Ютубе, вообще в интернете. 5-зарядное ружье 12 калибра, инерционное, безотказное. У меня на стрел больше 2000 выстрелов уже. Зверя я с него добыл, ну, может, 3 сотни, 4 сотни, я не считал даже. Я его когда взял, я купил, думаю, если я с первого выстрела не добуду зверя, все, я его просто продам, выкину. Но так оказалось, видите, она у меня с первого выстрела взял зверь. Все меня спрашивают, какое ружье взять первым. Я могу смело рекомендовать данное ружье. Оно у меня 5 лет уже в использовании. Посмотрите, оно как новое. Использую в жестких условиях. Захожу в камыш, камыш ружьем повалил, прошел дальше. Домой пришел, ветошью промасленное протер, и оно снова как новое. Ну, не знаю, камера это передаст или нет, но практически ни одной царапинки вообще на нем нет. Ружье обалденно. 760-й ствол. Прикладисто, легенько, вообще просто шикарно. Кто сомневается, кто мучается в выборе, берите. Не пожалею. Следующая это у меня пневматическая винтовка Хатсан 125 снайпер. Вортекс. Воздушка обалденная, стоит усиленная газовая пружина. Что я про нее могу сказать? Ворону на 50-60 метров кладет, поэтому тоже могу смело рекомендовать. Также под выйдем, когда поедем на стрельбище, я сделаю обзоры отдельно про каждое оружие, про каждую винтовку. Тест, небольшие тесты сделаем на пробитие, на кучность. Ну и вообще постреляем с разных патрончиков. Минус этой винтовки, это, конечно, ее вес. Она весит очень, да, блин. УСМ настраивается, спуск, ну, он и так, в принципе, нормальный, но минус ее, это, конечно, вес. Прицел хаб здесь стоит.
9-кратный. Цена прицела там 5-6 тысяч рублей. Цена винтовки 15-16 тысяч, что-то такое. Точно не помню. Следующий — это травматический пистолет 9 мм. Темп 1. Вместительность магазина 10 патронов. Зубья минимально, не знаю, там видно будет, не видно будет. Зубья там вообще минимальные. Они сделаны в начале ствола, а потом идет разгонный участок. Ну, я вот стрелял с него с 10 метров, кучку там, ну, прилично, для травмата кучка там 7 сантиметров может. Показатель у него хороший. То, что тут он простой, нечему ломаться, безотказный. Настрел тут у него тоже около 100, может чуть больше патрончиков. Потом опять поедем на стрельбище, сделаю более детальный обзор. Это предохранитель. Предохранитель с двух сторон. Под правый, под левую руку. Как вам удобно. Сам становится на задержку. Все, с оружием все. Осталось ножи. Нож Ирбис с гравировкой записки моряка. Я оставлю ссылку на человека, кто их делает. Ножи просто классные. Это шкура дермой кованый. Это просто для снятия шкур с хищников. Только шкуры с хищника снимаем, и все. Больше этот нож нигде, ни в каких делах больше не участвует. Кованый нож Финка, всем известная. Думаю, про нее тоже ничего вам говорить не нужно. Этот нож для разделки крупных животных, такие как, например, как кабан. Это рабочая лошадка, кованая сталь. Аппарат, конечно, такой серьезный, острючий, как бритва. Гравировка с моей фамилией. Нож тоже обалденный. И два ножа с дамасской сталью. Ножи с дамасской стали очень классные. Кто хочет приобрести, приобретайте, вообще не пожалейте. Ну, у них цена, конечно, соответствует. Тут каждый нож почти стоит по 5-6 тысяч рублей. Эти два ножа с дамаской, они по 8, кажется. Я уже точно не помню. В общем, кто покупает ножи с дамасской стали, то обязательно после использования нужно их держать в ветоши в промасленной, иначе он покроется пятнами. У меня этот покрылся немножко из-за того, что я просто не знал. Также дамасской сталью нельзя бить по костям. Это только нож для резки. Он режет просто, вот провожу вот сейчас, не знаю, видно будет, нет, но вот волосы сразу упали. Ну, как бритва. Многие меня спрашивали, писали в инстаграме, как ты манишь манку. Манок у меня Примас, крик раненого зайца. Я не знаю, как вам объяснить, как дуть в него, какие ноты произносить. Просто ставили в рот и начинаете дуете и играете рукой. Так вот звучит крик раненого зайца. Хищник на него бежит. Сейчас, может, кто-нибудь прибежит. Также в моем арсенале есть тепловизионная гляделка от Пульсара. Пульсар Аксен XM30S с функцией видеозаписи. Также на прицеле, который установлен на браунинге цифровом, также есть функция видеозаписи. Человека видно примерно за километр. То есть видно прям, что это человек. Зайцы примерно метров 300-400 видно силуэт зайца. Конкретная дальность обнаружения этого предмета рабочая до полукилометра. По ценам: Browning Bar MK3 стоит 230 тысяч рублей, Pulsar DigiSight Ultra LRF стоит, прицел стоит 100 тысяч рублей, тепловизионная гляделка Pulsar Axion XM30S стоит 130 тысяч рублей, карабин Franchi Horizon стоит 70 тысяч рублей,
Neo 12 стоит сейчас 60-70 тысяч рублей, тоже в этом районе. Пневматическая винтовка стоит полностью во всем обвесе около 20 тысяч рублей. Ножи в среднем 5 тысяч рублей. Цена травматического пистолета Темп 1 35 тысяч рублей. Купил себе машину Nissan Patrol. Позже тоже чуть сделаю про него обзор. Цена 900 тысяч рублей. Машина полностью подготовлена для бездорожья. Ну, это будет отдельное видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.